И сгорел из розетки Алло. куры человек. Здрасте. Здравствуйте, девочки. Женщины. Добрый девушки. День. Вот женщины и на девочки. Я перепутала берега. Извините, девушки. Будущие же. Здравствуйте, а вы из... Это Сербии флаг, я правильно понимаю? Да. Так есть. Какой? Как с Ростова, я перепутала берега. О, эти с Ростова, что ли, из Дону? Ростов. Девки с Ростова! Вы стримеры. Мы как-то есть грех такой. Вы с Ростова! У вас сейчас трансляция Ростов. Идет. Мужики Ростов. Нужны! Мужики нужны! Таганрога, привет! Блин. Подождите, вы с Таганрога? Подождите, мы с Таганрога! Мы с Таганрога! Откуда? Сколько мы там русалок? Мы сейчас находимся на Новобессергеновке! А. Сколько вообще русалок из Дона? Вокзал район, улица Щеденко. На Щеденко ты? Щеденко, новый вокзал, недалеко. Давайте к нам на стрим. Рядом со мной. А вы откуда, подождите? Я тебе не могу на стриме сказать. На стрим. А, у вас стрим идет, извините, конечно. Тогда приходите к нам. Ну, она может, а я не могу. Вот смотрите, друзья, сколько русалок из Дона на одном. Да понятно, мы женщины. Здрасте, приехали! Ага, стрим идет. Объясните, девчонки, что такое стрим? Ну вот, вы сейчас вот, все вот делаете. На ютубе. Все рулетки в эфире, например, на ютубе. Вы смотрите, там много человек. Условно говоря. У вас у обоих много подписчиков? Да, миллиарды. Знаешь, у меня гарем, вот, знаете, как раздают котят? А мне придется раздавать мужчин, потому что они меня просто сожрут, как говорится. Хотите по мужчинку? Раздаем. У нас в городе своих мужчин хватает. У нас в городе мужчин столько даже. Да я говорю, это все российские мужики, вот из России, вот гарем у меня. Просто я не знаю, что сделать. Ты вообще откуда? Из Сербии. Из Сербии. Девочки. В общем, Таганрогу привет, девчонки, ладно, не будем вам портить стрим, пошли. Ну, не портите, вы чё? Давайте, хорошего вам вечера. Спасибо. В Сербии, встретимся в Таганроге, до свидания. Досвидос, мы тебя нашли вдвоем. Сейчас схватим, вообще. Ни твой Артемушка не поможет. Кого? Кого? Тебя? Привет, Нико. Привет. Как дела? Да вот, гуляем. А чё у тебя вычет? Чего, извини? Чё такое у тебя? Я просто... А это? Краснодарский это... не за него говорил. Это, я со своими. Это родимое пятно такое. Отметина. Меня, наверное, застрелили в грудь. Ника. Когда я шалила. Ника, ай-яй-яй. Ну, поэтому сейчас придется быть девчонкой. Ай-яй-яй, Нико. Ай-яй-яй. Ну, не волнуйтесь, что ли, я умею, свечу. Да-да. Гипс-гипс. Он, видишь, горит сегодня, вот, вообще в агонии горит. Ну да, а то прошлый стрим там, это, такой грустный. Горящий парень. Горящий, прошлый стрим такой грустный, на телевизоре нету огонька, я говорю, ну, это не тот Серега. Да-да. А сейчас нормально? Да-да. Ты чё, уёбываешь нас, что ли? Да-да. Я-я. Мне кажется, Светочка, что он немножко это, шалит. Чего? Шалит, пошалить вышли. Пошалите вы вас. Ты немножко это, нас это, как говорится. Пошалите. Да он сам шалун, блин. Не-а. Ты такой шалунчик. Ещё тот шалун. Не-а. Да ладно, а то мы не знаем. Мы не знаем, ну расскажи. Не. Угу. Не. Член твой светик. Спасибо, твоим тоже. Нико. Спасибо. Он девчонок всех зазывает к себе. Ага. А потом говорит, не. Где они у меня? Их нет, нихуя у меня. Так правильно, ты их не показываешь. Ага. Их там в дверь это. Нихуя себе, Ника. Нихуя себе. Так, а ну, держи себя в руках, Серега, не возбуждайся. Он, тихо. Он держится за кресло. Да. Серега, у меня побольше это, чем у тебя. Да-да. Да-да. Слышите, как его научили это? Я-я. Кто тебе так научил?
Я-я? Это уже... Я буду. На немецкий, пока я в настроении. Николай, привет. Николай, кстати, да, привет. О, здрасте, мужчина и женщина. Здравствуйте. Женщина и женщина. Вы парочка? Я могу сделать вот так, и вам будет втроем охеренно. А, ну отлично, мужичкое плечо видно такое крепкое. Я хочу, да, да, крепкое. Хочу, да какое он там крепкое? Из-за бабки со мной живет, вот и оно и крепкое. А вы на актера похожи. Да мне это говорит. Только он по жизни актер. Я чуть не пойму, тут на какого, а? Я не помню, какой, какая фамилия. Вот. Ну смотрите, это какие они, вот такие вот. Ну такой мужественный дядя. Такой вот. А, да, она его любит. Смотри, как красиво. Не, да. Я... Красивая парочка. На бабки все падки. Да ладно, она вот по ней видно, она не за бабки любит. За какие бабки будешь так смотреть на мужика, не за какие? У него нету бабок, сука, только у меня бабки есть. Ну вот, а так он за бабки любит. Да, да, все смотрят на меня. Ну, вечер сделали. Ну и такое бывает. Ага, я ж про то. По поводу косметологии, это к ней. А что с косметологией? А, она косметолог? Ей полтос. Господи, ну и что? Серьезно? Да. Ну тут вообще-то 1,3 миллиона вложили. Здесь? Вообще? В голову. В голову? Мозг? Не, мозги не напудришь. Мозг и 5 копеек не положили. Мозг не делают, да, сейчас? Какая зараза не досталась вообще. С мозгом как взял, так и осталось. А все остальное нарастили. Зубы, волосы, лоб, там, щеки, глаза, губы, нос. Короче, слепили, да? Слепили. Да, за что мне это? Не, она всегда красивая была. Хотите, я вам фотку покажу? Нет, не, ну, фотка нет. Говорит, нет, 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 вот нет. Картина, смотрите, картина, вот видите, в красном там. Это ты. Вот за что, да, ты, да, так вот со мной? То есть она всегда такой была, ни хрена не меняется. Скажи, за что? За, да, что? Она вас отдубасит потом. Один я чуть посидел, полысел. Вот так вот смотришь, плюс-минус 35, даже меньше, наверное. Такие иногда алкоголь не продают. Ага. Паспорт спрашивают, да? Да, да, да. Это говорят. Было пару раз, я бы так гордилась. Ой, вы сделали мой день. Вам-то все равно, мне приятно. А сколько вы вместе долго? 13, 14 лет. Ну, ты красив еще тогда. Чего? И говорил, что я был. Я был молод и красив тогда. И говорил, что у меня есть бабки. Я повелась. А он обманул, да? А мы, бабы, такие тупые, мы полюбим и козла там. Ну, я так думала, правда. Не, козлом никогда не был. Да я шучу, конечно, шучу, конечно. А вы, наверное, уже не первый раз, да? Не. Третья охотка. Третья. Бог любит троицу, да? Да, да. У меня другие идеи по поводу троицы, но, короче, не буду говорить. Мужчины, понятно, у вас. Вот скажешь, правда. Вы пробовали с тремя? Третий. Нет, а нет, я пробовал. Девочки, вот так я и попала. Я попалась. Это... Вроде шутила, а так-то... Молчи. Молчи. А это у вас была какая-то инкибиция такая? А? Ничего, ничего. Молчим все в трапку, как говорится. Да. Это мне. Смотрите, а то сейчас анекдот расскажу. Нет, нет. Про тряпочку? На анекдот ведитесь.